Всем привет, дорогие подписчики и зрители, с вами Грегор, и это 16-я серия второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». В общем, в этом выпуске, можно сказать, я постарался делать как можно больше обновлений в этом, на этот выпуск, поэтому присаживайтесь поудобнее, будет очень весело. Ну, как весело, так интересно будет. В сегодняшнем выпуске у нас будет столовая, парикмахерская, 10-этажка, несколько частных жилых домов и фикс-прайс магазин. Давайте начнем со столовой. Столовая выше такая вот чисто коробочка, такая вот, сделана из эндерника. Крыша сделана из серого бетона. Передок, можно сказать, такой лаконичный, то есть 6 окон и вход посередине. Столовая называется «Гурман», режим работы с 7 утра 30 минут до 20:00. Давайте взглянем. Внутри, ну, скажем, такой интерьер, то есть, скажем, стандартный, скажем, простой интерьер, тут у нас сиденье, то есть я сделал, можно сказать, намного просторнее. Да и высота потолка 4 блока высотой, так что, можно сказать, просторная столовка такая вот выше. Проход 2 блока по бокам, с этой стороны и посередине. Так вот, касса, кухня такая вот, можно сказать. Ну, все как можно сказать, классика просто. Сельварки, холодильники, печки и раковины. Все. То есть ничего лишнего здесь нету. То есть никакой грязи. То есть все, что нужно. То есть все как по сценарию. То есть, это классика, друзья. Это классика просто. Следующее обновление, это у нас парикмахерская, вот такая вот, тоже коробочка, можно сказать, тоже все влезло, можно сказать, влезло то, что нужно, то есть все как даже как по сценарию. Ну как по сценарию, так, по плану чисто. Хотя я однажды, вот я скинул скриншот от своего города в Майнкрафт, это в одну, ну, в одну беседу, называя архитектура города Мадербург. Это, так сказать, Макс Мадар. Те, кто смотрит его или смотрел, тот поймет. Так вот, я скинул один скриншот из своего города и, участники беседы оценили мой город как 3 из 10. Ну, если все строилось по плану, то выиграли как-то не... Ну, вышло как-то не очень, но, я стараюсь, для этого. То есть, все это, можно постараться. Город оценили, как сказать, не особо, ну сказать, не слишком хорошо, не слишком хорошо, не слишком плохо, то есть так, среднее. Но есть куда стремиться, как говорил один участник, я, честно говоря, забыл его имя, но Айсатовску есть куда стремиться, то есть, как говорится, Москва не сразу строилась. Так что, так что есть куда, есть чему научиться, есть куда, можно сказать, запихнуть пробелы, то есть чему, можно сказать, есть что исправить. В общем, вот такое небольшое было отступление, друзья, и давайте приступим к обзору парикмахерской. Парикмахерская называется «Чародейки». В Якутске также называлась парикмахерская, правда, она была пристроена. Она была пристроена к живому зданию, к 10-этажке, правда, не к этой, а к другой, которая рядом с домом культуры строителей. Вот здесь. Сейчас подлечу поближе. Вот. Именно была пристроена к этому живому зданию. Именно к этому. В общем, так вот выглядит здание снаружи, фиолетовый цвет такой вот, из фиолетового бетона, крыша из пурпурной керамики. Так выглядит уже здание, парикмахерское снаружи, тут у нас места, где парикмахеры нам стрижут волосы, то есть, это у нас, зеркало из потного льда, кактусы, чтобы глаза не болели. Я, честно говоря, не знаю, что это, но в тоже такой же и в парикмахерских, типа, садятся там моют волосы. Дальше здесь уже сидит менеджер парикмахерской, где уже мы расплачиваемся за услугу. Тут уже
Уже книжка стоит, то есть, ну как сказать, по записи все это делается. Места, чтобы, так сказать, подождать своей очереди, если скучно, то можно почитать журналы. Вот такая вот парикмахерская, друзья. Теперь вот это вот жилое здание, 10-этажное, оно 121 серии, типичное. Ну, если не типичное, но проблема есть, имеется одна проблема, это с балконами. Но с балкона, как у Хрущевок, честно говоря, вот скажу. Задник вообще, задник как у Хрущевок таких. Не кажется ли, подлагивает, или сильно. Странно. Ладно, так вот. Выглядит здание таким вот образом. Перед обзором я показывал в одном из выпусков, так что, если не смотрел, смотрите. Так вот выглядит снаружи, то есть у нас сетиэтажка такая. Вход в подъезд немного также изменен, то есть вот так вот немного поработано. Над козырьком подъезда, кстати, вот уже вспомнил. Вот уже вспомнил по ходу видео. То есть в предыдущем выпуске я просто там сказать, одна была деталь в одном из зданий, это в полицейском участке, это назывался козырек. Козырек подъезда, козырек входа. Вот я просто забыл, честно говоря. Кстати, эта часть также была покрашена, тут там было бирюзовое и красное, тут уже голубое и темно-зеленое. Интерьер тот же самый, что и там же был, так что особо зацикливаться я не буду. Тут еще немного места осталось, тут возможно будет либо ларек, либо так же шаурмичная, либо даже чего-то еще, но это. Но насчет остановочного пункта я пока что отбрасываю эту тему, поскольку пункт остановочный пункт здесь вот. Остановка автобусов. Летим к следующему обновлению. Это уже 6 новых частных жилых домов. Вот они. Это те же самые, что в Якунске, правда, они сделаны из разных типов досок, то есть у нас акаций, дуб, береза, ель, тропическое дерево и темный дуб. Но внутри, в принципе, ничего нету чисто. Внутри ничего. Также добавил еще 5 частных домов по типу хай-тек. Вот они, кстати, стоят. Тоже одинаковые, тоже внутри ничего нету. А так эти дома, можно сказать, красивые. Кстати, да, вот я планирую сделать этот участок дачной улицы, начиная с перекрестка с Комендантским проспектом, заканчивая перекрестком с улицы Бакинских комиссаров, сделать эту часть частным сектором. То есть там будут в основном частные жилые дома. И последнее, друзья, обновление — это фикс прайс. Магазин, как говорил Геннадий Гурен, для бомжей. Кстати, немного из истории моей жизни, то есть рядом с моим домом также стоял фикс прайс в другом комплексе, в светофор. Я раньше туда заходил чисто для выгоды, там чисто раньше чипсы покупал, можно сказать. Ну там 51 рубль пачка стоила, но выгодно, так сказать. Чисто выгодно было, но потом фикс прайс убрали светофор, на ее месте сейчас циркуль, ну и магазин постоянных распродаж. Типа тоже фикс прайс, но без отдела с продуктами. И тем более немного другое. Там чисто как. Ну, типа в формате какого-то хозяйственного магазина. Смесь строительного хозяйства, и все. А фикс прайс это чисто смесь обычного супермаркета, плюс еще и смесь, плюс еще входит туда и хозяйственный отдел, и отдел с инструментами. Тем не менее, когда я строил, я постарался повторить интерьер здания, то есть интерьер магазина тот же, что и был в другом комплексе светофор, кстати. Так вот всё выглядит снаружи. Тогда встречает табличка, типа, мы работаем для вас ежедневно с 10 утра до 10 вечера.
Тут у нас касса, 4 кассы таких вот одинаковых, 3 на 3 блока. Такой вот проход в магазин, тут дальше идет отдел замороженных продуктов, типа мороженое. Дальше я помню, вот здесь был отдел хозяйственных, там еще отдел хозяйственных товаров, одежды, игрушек и так далее. Вот здесь и то есть на стене там с этой стороны там были продукты питания, то есть продовольственные товары. Ну а вот здесь там была бытовая химия и строительные материалы, и так сказать, инструменты. Ну и также аксессуар для машины. Также имеется два входа в служебное помещение, то есть с этой и с другой стороны, правда, главный вход в служебное помещение именно с этой стороны. Но тут уже как снова классически, снова как по классически тут у нас стоят сундуки, внутри ничего особенного, и специальное место, где сюда подъезжают газели, то есть место для разгрузки товаров. Также имеется такой вот проезд, то есть заезд для грузовых машин, то есть для газелей, КамАЗов. Дальше такая подсветка. То есть только то есть внутри, ну еще и снаружи. И дальше надпись Фикспресс также. В общем, друзья, вот такой вот получился 16-й выпуск второго сезона проекта Голос в Майнкрафте. Понравилось или нет, решать вам. С вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи. Всем удачи, всем пока.